Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Математика, 5 класс, автор Мерзляк, задание 73. Известно, что КП равен ПЕ, равен ЕФ, равен ФТ, и каждый из этих отрезков равен 2 сантиметрам. Какие еще равные отрезки есть на этом рисунке? Найдите их длины. Ну, давайте рассмотрим отрезок КЕ. Чему равна длина отрезка КЕ? Ну, равна сумме отрезков КП и ПЕ. То есть 2 раза по 2 сантиметра, 4 сантиметра. Ну, отрезок, длина отрезка ПФ тоже будет равна 4 сантиметра. ПЕ плюс ЕФ и ПЕ и ЕФ по 2 сантиметра. 2 раза по 2 сантиметра, 4 сантиметра. И еще один такой же отрезок ЕТ. Тоже состоит из 2 отрезков по 2 сантиметра каждый. Таким образом, каждый из этих отрезков равен 4 сантиметра. И вот мы указали 3 равных отрезка. Рассмотрим еще отрезок КФ. Он состоит из 3 двухсантиметровых отрезков. И его длина равна 2 умножить на 3, 6 сантиметров. Но также 6 сантиметрам равна длина отрезка ПТ. 6 сантиметров. Ну, больше таких отрезков нет. Здесь все. Мы указали все равные отрезки. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.